Трехэтажный дом. Я на первом этаже. Большое помещение с нестандартной мебелью. Мебель будто нарисована. Она не для того, чтобы использовать, скорее присутствует как декоративный фрагмент общего ощущения. Ко мне приходит друг. Я ему объясняю, что лучше побыть в коридоре, не стоит заходить в комнату. А на второй и третий этаж вообще не стоит заходить. Там страшно. Оттуда приходят двое, спускаются по лестнице и подходят к нам. Лысый коренастый человек и старик, шепчущийся с собой. Они зовут пойти наверх, на третий этаж. Объясняют, что скоро начнется важное. Пойдем наверх, там сейчас начнется. Что-то вроде сбрасывания потолка и раскрытия неба. Пойдем с нами. Там и сейчас страшно, но именно в том месте все и начнется. А если здесь сидеть, можно все пропустить. Пойдем с нами. Мы поднимаемся. Начинает казаться, что я не выдержу это проявление. Оно слишком глобально. Захватит и поглотит. С другой стороны, не хочется пропустить события. Ведь намечается нечто удивительное. Лысому и Шептуну нечего терять. Они живут в надежде, что потолок снимется и их втянет в небо. Там сейчас вообще нормальное начнется. Пойдем. А у меня сомнения. Ведь это совершенно необратимо. Да ладно. А ведь мы еще не построили церковь. Еще построим. И почему они пришли и позвали с собой? Я им никто. Зачем со мной делиться сокровенным? Да просто позвали. Ты тут стояла, смотрела в стенку. Можешь не ходить, если не хочешь. В 7 лет смотрела кино. Как оно называлось, не смогу вспомнить, потому что и тогда не знала. Какой-то советский детектив с непонятным сюжетом. Сюжеты все были непонятны, но этот совсем не разобрать. Все мутное, бледное, коричневое, на выпуклом тусклом экране. Следователь куда-то идет, кого-то ищет. Медленно, скучно. Опрашивает свидетелей. Ему говорят, что нужно пойти в один дом. Он спускается по неприметной дороге, поворачивает направо, выходит к дому у реки. В этот момент меня начало трясти. Я узнала это место. По фильму там ничего особенного не произошло. Следователь получил какую-то несущественную информацию и пошел дальше. Но дальше было уже неинтересно. Этот дом и места около него сковали меня. Я обхватила руками прижатые к груди колени и застыла. Не могла связать это место с событием или с конкретными ощущениями. Возникло, скорее, глубинное узнавание. Это место не связано с привычной памятью. Оно лежит где-то под. Судороги свели, но не тело, а большую телесность. Все пространство. Второй момент подобного узнавания случился в восточном городе, когда ехала мимо закрытой общины и увидела их здание. Это был дом этажа на 3, с нестандартным расположением окон. И не только расположением, но и размерами. Будто кто-то нелепо вклеил их в деревянную постройку. Захотелось туда зайти. Но вместе с этим желанием появился страх, что могу не выйти обратно. Весь вечер думала про увиденное место. Это явно не узнавание того, где раньше была, не ощущение знакомого или привычного.
скорее похоже на выставку сложных и разнообразных картин. Идешь по ней, разглядываешь все вокруг, и вдруг встречаешь одну, которую сама нарисовала. Причем рисовала ее долго, детально, тщательно. Происходит узнавание не того, что раньше видела, а части себя. Похожее происходит с местами в повторяющихся снах. Они находятся под памятью. Не приходят как нечто знакомое, но предстают как гораздо большее. То, что не забывается и не вспоминается, как обычный жизненный опыт. Можно представить себя советским строителем или сектантом в восточном городе, строящим дом со всей душой. Жизненность проявляется через труд. Ты заботишься о благополучии тех, кто здесь будет обитать. После окончания работы появляется волшебник и говорит, что все отлично, только надо забыть о произошедшем и переместиться в другое тело, иначе воспоминания слишком отяготят. Не стоит помнить о том, что строил этот дом. Не стоит помнить о всех сопутствующих факторах, об окружающих, обстоятельствах. А в новом теле будет легко и радостно. Когда рассказала ему об этом, он ответил, что это подземная память. В нее не проникнуть по желанию. Кажется, что можно скользнуть в нее, когда находишься между привычным восприятием и сном в предсонных видениях. Но это не так. Она погружает в себя сама, по своей воле. Она как океан с приливами. Если окунуться в нее, распадется привычная личность. Он сказал, что к вечеру ожидаются гости, надо подготовиться. Он встал у солнечной стороны, посмотрел на стену. Если подойти и спрятаться в его тени, скроешься не только от солнца, но и от всего. Останешься существовать, только не здесь. Тень как приют. И если, когда придут гости, станет совсем страшно, можно укрыться в тени. Но как будет в помещении со светом? Может быть, все окажемся в тени и не увидим друг друга. Спросила его, знаком ли он с гостями. И как только спросила, возникло ощущение, что из-за этого вопроса поменялось освещение. Возможно, в этом вопросе лежал ключ от теней. Он сделал вид, что не услышал. А освещение отразило разрезанность пространства. Оно все из лоскутков. И с помощью подобных вопросов можно шевелить фрагменты. Что вообще происходит? Что вообще происходит? Что вообще происходит? Что вообще происходит? По его словам, некоторые гости будут пытаться украсть нашу память. А мы можем их опередить, украсть их память.
Когда все закончится, можно вернуть. Когда они придут? Сейчас. Уже пришли. Сейчас. Когда? Уже пришли. Первый гость, дядя, появился и расплылся. Обычная на вид голова, но размером с полкомнаты и расширенная в стороны. Он повис, как голограмма или проекция невидимого кинопроектора, слегка раскачиваясь и улыбаясь. Смотрел и подбадривал. «О чем тебе рассказать? Я друг семьи». «Какой семьи?» «Семьи вообще, я твой дядя». «Мы ездили на огород, когда ты была маленькой. Сидели и праздновали. Ты бегала, собирала ветки и выкапывала червячков». А потом лежала несколько дней с солнечным ударом. И я тогда приходил и просачивался сквозь обои. Ты замечала меня на стенке и отворачивалась, утыкаясь лицом в подушку от страха. Страх, как холод, проникал в скрытые комнаты ощущаемого. Мы играли в космос и планеты, и мне от тебя ничего не надо. Я здесь просто так. Вспомнила этого дядю. У него всегда тело состояло из гигантской головы. И смотрел он не прямо, а несколько боком, прищуриваясь и намекая на наблюдение и смысл. Воспоминания об этом дяде мне долго мешали жить. Не знала, как его забыть. Сука. Зачем он снова появился? Я уже почти забыла о нем. Снова просочился сквозь обои со своей огромной головой. Не о нем шла речь, как о похищающем память. И мне от тебя ничего не надо. Я здесь просто так. Как же мне раньше не хватало этой фразы. Какая разница, что происходит? Эта данность как закат. У нее нет выявляемой причины, связанной со мной. С другой стороны, почему ему можно верить? Были мгновения, когда его лицо становилось золотистым, подсвечивалось изнутри, а вместе с лицом и кусок пространства словно заполнялся магической пыльцой. Один раз, когда такое случилось, он сказал, что находится не в той телесности, что мы видим, а плывет прямо сейчас на небесной лодке. Он тоже никогда себя не узнавал в зеркале. Всегда казалось, что отражается кто-то иной, и происходит подмена тела. Сказал, что за памятью уже приходили, просто я не заметила. Начала перебирать в мыслях странные встречи за последнее время. Темные ангелы-программисты, гадатель, судьи. Кто приходил? Что вообще происходит? Что вообще происходит? Что вообще происходит? Что вообще происходит?
Если вглядеться в окна дома напротив, можно заметить, что никого нет. Никто не выходит на балкон. Никто не прохаживается по своей квартире. Мы находимся в выделенной реальности. У нас есть возможность провести этот ритуал прямо сейчас. Мы здесь не первые. До нас здесь были люди. Те самые утренние предшественники. Они смотрели на двор и размышляли о проводимых ритуалах. После нас тоже появятся люди с теми же вопросами. Если вглядеться еще раз, более внимательно, можно разглядеть себя, стоящих так же, будто там на доме напротив поставлено зеркало. Это не дом напротив, а отражение того же самого дома, в котором стоим сейчас. Еле различимые. Стоим и разглядываем себя. Кажется, туда можно перескочить прямо сейчас. Тот дом станет реальным, а этот отраженным. В момент, когда допускаю это в мыслях, сразу же оказываюсь там и узнаю вообще все. Конечно же, мы именно в этом подъезде. И всегда здесь стояли, смотрели на двор. Он задавал вопросы. Здесь знакомы все детали. Удивительно. Как мог сразу это не распознать? Перемещение через узнавание. Вот мы мелкие, еле различимые. Стоим, разглядываем себя. Кажется, туда можно перескочить прямо сейчас. Тот дом станет реальным, а этот отраженным. В момент, когда допускаю это в мыслях, сразу же оказываюсь там и узнаю вообще все. Конечно же, мы именно в этом подъезде. И всегда здесь стояли. Смотрели на двор, он задавал вопросы. Здесь знакомы все детали. Удивительно, как мог сразу это не распознать. Перемещение через узнавание. Как это соотносится с вопросом 53 из суммы теологии? Как в памяти ты переносишься мгновенно в нужное место время, не проходя при этом промежутков, так и там. Есть места узнавания, и в них возможно перемещение, но в привычном состоянии это не получается сделать из-за тяжести восприятия. Воспоминания кажутся слишком блеклыми по сравнению с реальностью перед глазами. Когда же память пробуждается и начинает пульсировать, сменяются возможности. Или когда тело памяти предельно расшатывается. Подобные перемещения во снах не вызывают вопросов. А в фиксируемой реальности кажутся невозможными.